Всем доброго времени суток, дорогие подписчики. Хорошее настроение, позитивчик, мирного неба над головой. Вот посылка. Со вчерашнего дня начинаю. Кушки с Пензы. Подписчики прислали мне на обзорчик. Для позитивчика. Так, ну ладно, поехали. Глазированный зефир. Тут ежик вот такой вот. Без иголок. Ну, призывник, наверное. Вот он, ёжик, уже партизан. Вот он, видите, выглядывает. Этот совет ёжика. Сейчас прочитаю так. Совет от ёжика. Чтобы зефир оставался свежим, храните его в закрытом упаковке. Лишь съешьте сразу. Мне второй больше нравится. Лучше сразу съесть чай. Привет всем чаепитам. Что там это? О, такой. Глазированный. О, такая прелесть. А чаёк вот. Бархат зелёный. Я уже заварил. Два лимончика туда. Колясочки добавил. Ломтик. Ух ты. Накрасить. Ну, по мне, где-то 9 из 10. Такой вообще ништяк. А чаёк с добавлением лимончика вообще классный. Юлия Алексей, будьте вы здоровы, не болейте. Дай Бог вам крепко-крепко здоровья. Видишь, добрые люди на свете. Ну, чтобы вы так знали, что я люблю глазированный сырочек. Друг сейчас скажет, ты что тут не любишь, ты все ешь. Конечно, все ем. Ядно. Как Ельцин говорил, понимаешь ли, как-то, как он говорит, забыл уже все. Склероз. Будь все здравы, не болеть. Половину жене оставлю. Ей половина, мне половина, ее половина еще пополам. Да шучу, конечно.